Выборы пройдут на 55 избирательных участках города Ош и 32 избирательных участках Карасуйского района. По Ошскому одномандатному избирательному округу номер 7 зарегистрировано 13 кандидатов, а по Карасуйскому одномандатному избирательному округу номер 9 выдвигается 7 кандидатов. Тем временем на избирательных участках завершается подготовка к выборам. Вывешены списки избирателей, установлены автоматически считывающие урны, обеспечен доступ к интернету. Граждане приходят для уточнения своих фамилий. Мы проводим проверку, также тестируем технику для более эффективной работы. По Ошскому одномандатному избирательному округу номер 7 зарегистрировано 125 тысяч избирателей, а по Карасуйскому одномандатному избирательному округу номер 9 – 112 тысяч. Представителям государственных органов и местного самоуправления заранее были изложены их обязанности по проведению избирательной кампании. Несмотря на это, мэрия города Ош сделала замечание троим руководителям и уволила еще троих сотрудников за участие в агитации. Поступила информация, что один из кандидатов организовал угощение в мечети. В настоящее время правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего. Также имеется информация о конфликте между двумя кандидатами. В Оши и в Карасу в выборах должны принять участие 237 тысяч избирателей. Им были доставлены приглашения на выборы. Получила приглашение на выборы. В воскресенье вся наша семья пойдет голосовать за кандидата, которого мы поддерживаем. Я знаю, что это наш гражданский долг. 4 человека в нашей семье получили приглашение, конечно, пойдем на выборы. Пусть они пройдут спокойно. Я прошу всех избирателей прийти на выборы, примите участие и выполните свой гражданский долг. В день выборов в городе Ош, Карасу будет работать 87 избирательных участков. Кундуз Кадатаев, Эрлан Джуншалиев, Миргуль Бокошев, Азамат Бузуриков, Нургас Абдрахманова, Алтай 24, Ошская область.